Горение сердца.
Израилем, Тебе, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте, владычестве Твоего. Ты Тысячи Бог неизреченен, не дает мне видимых постижений, Христа Святого Снесы, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, Ты от небытия бытия нас приведался, от Вашей воздаялась и пати, и не отступилась, и вся Творя Твоя нежелательна, либо возведанности, и Царствие предаровалось и будущее. От всех Тебя благодарим Тебя, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святой, ко всем, как живем, и же не вем, не бледных, и не вменных, не вредных благодеяний, бывших на нас, благодарим Тебя, и от службы сию же от рук наших приятелей сборе неси, вообще представителю тысячи архангов, седьмарных, супервыми, и серафимыши сокрылась, многочить воскрешающих сокрылась. Победную песню поющее, пьющее, взывающее и глаголющее. Самое пречистое тело, то есть есть самая честная кровь Твоя. Молюсь у Тебя, помилуй меня, прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподобие меня осужденных и очиститесь. Пречистых Твоих тайн, восставление грехов в жизнь вечную, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти любящие благолепие Дома Твоего. Тех пусть прославит божественные Твои силы, не оставит нас уповающих на Тебя. Мир, мир и Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинским всем людям Твоим, как и всякое даяние благо, и всяк дар совершенств выше есть, ходя и Тебе со светом. Господу помолимся, Арцентий!